Страшная новость, друзья, пришла к нам прямо с Украины. Несколько дней назад там, под Харьковом, произошла страшная авария, в которой пострадал известный украинский актер театра и кино Андрей Саминин. Все его помнят, так как он снимался в нашем любимом российском сериале «Пес». На данный момент Андрей Саминин находится в больнице. Сообщается о том, что другой водитель, с которым произошло столкновение, к сожалению, погиб на месте. На данный момент подробностей пока нету, так как это другая страна, друзья. Мы будем держать вас в курсе всех событий, собираем нужную информацию, и уже завтра рано утром на нашем канале предоставим вам подробности этой всей трагедии. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья, и не забывайте, что только у нас проверенная информация и жизни известных звезд шоу-бизнеса. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.